Ребята, всем привет! Меня зовут Паша, добро пожаловать на канал Веспер. Берите печеньки, наливайте чаечек, сегодня поиграем в BMG Drive. Я сегодня буду пулять автомобиль прям в дартсовую мишень. Вот, ну вот так, вот сегодня будем вот так развлекаться. Поставил рандомайзер, чтобы транспорт можно было рандомно какой-то появлять, чтобы не тратить на это время, на какой-то выбор предварительный. Поэтому, в принципе, без каких пауз, погнали. Не знаю, хочу в яблочко попасть. Я буквально пару раз попробовал, ни хрена ни в какое яблочко я не попал. Очень хочу. На чем едем? На Супре едем. Едем на Субрик. Стой, красиво, капец. Очень красиво. Красно, фары горят. Блестит, переливается. Погнали. Нихуя она несется. Ветер прям. Так. Просто в лепешку. Да ты гонишь. Окей, подожди, давай еще раз на ней же попробуем. Так, ладно. Слушай, а если нейтралку включить? На нейтралке долететь. Давай пробовать. Охереть, она красивая. Но это, конечно, не Toyota уже. Это не Toyota. Мы все знаем, да, о том, что это не... Это не Toyota. Так, летит. Смотри, она выше, кажется, долетает. Нет, в принципе, да. В ту же область попали. Ни хрена не в центр. Я бы не хотел быть за рулем в этот момент. Не хотел бы ни в коем случае. Давай другую тачку возьмем. Будем рандомненько лететь. Может быть, рано или поздно попадем в центр. Я очень хочу попасть. Очень хочу попасть в центр. Пока не попадем, ролик не завершим. Ебать, мне что выпало. Ну-ка, фары включим. Рейзер. Все вспомни Рейзера. Рейзера, все вспомнили. Тихо. Что такая дерзкая. Пока на передачу поедем, потом на нейтралке попробуем. Сейчас посмотрим, что получится. Ох. Да это вообще, это прикинь, какая перегрузка. Прикинь, какая перегрузка водителя. Краснющие тормоза. Слушай, а почему тормоза? У меня клинанул, да, опять движок клинанул. От оборотов. Да, 100%. Ну, это семерочка. Это я считаю, что 7, 8... Не, подожди. Восьмерочка. 8, 9, 10, да? 8, 9, 10. Так, теперь давай на нейтралке попробуем. Так, лети. Немножко разгоняем. Нейтралку тыкаем и летим. И летим! Надо скорректировать. Смотри, немножко не по центру. Слушай, а почему она все равно как-то притормаживает? Я же нейтралку включил. Или я не включил ни хрена. Опять 8. Да, это 8. Хер с ним. Не тратим время, давай другую попробуем. Пробуем. На разном транспорте сегодня покатаемся. Сейчас какая-нибудь колымага будет. Я так и знал, что будет какая-нибудь колымага, блядь. Ну как мне на этом ехать? Я же не доеду до... Это реально такая тачка есть? Это же какая-то лодка. Блять. Это я засмотрелся просто или ее так носит? Она неуправляемая, блять. Ну конечно у нее 3 колеса. 4 колеса у машины должно быть. Кто спиздил-то одно? О-о-о-о. Просто спиздили. В художественном фильме спиздили. Не, ну это говна кусок, конечно. Ладно, давай попробуем. Ну раз она попалась рандомно, ну давай попробуем хотя бы запулиться. Так, я попробую сейчас ее держать. Не-не-не, тихо, сразу не тр... Ну алло, в смысле? Она вообще прямо ехать не хочет. Все, вот так давай. Давай, малышка. Раз судьба нас с тобой свела, то давай попробуем-то уж долететь до мишени хотя бы. Смотри, ее влево ведет жестко. Жестко влево ведет. У нее даже зеркало одно. Так. Она легкая, она не долетит. Не долетит. Или что, или долетит? Ну хотя бы давай вон в последнюю. Не. Полетели, блядь.
Так ты же лодка, конечно, ты же лодка. Тебя, блядь, в озеро поэтому и тянет. Ты же лодка, а не машина, ни хера. Давай следующую. Следующую подавай мне. Чё будет? Блядь, грузит долго, что-то мощное, что ли? Это ты кто? Ну, слушай, все успехи у нас есть, долететь. Погнали. Погнали. Сначала на газу. Две попытки на каждый транспорт, на газу и на нейтралке. Полетели. Блять, у него радиатор выведен. У него за свапом какой-то движка, видимо. ГРМ отлетел. Я слышал звук. Клинануло мотор. Вон он. Да. Клинануло. Так, летим. Блять! Хорошо. Так, теперь с нейтралкой. Пора, а то клинанет. Да, нейтралка включилась. Ну, запаска, если что, есть. Колесо пробьет, поменяем. В озере, блядь. Акваланг еще нужен. Ну, давай, судья Дрейд. Блядь, хорошо летит, ну-ка. Не, показалось. Даже до мишени не долетел. Кусок ты говна, понял ты кто? Кусок говна, давай мне что-нибудь другое, игра. Ты кто? Ты кто такой вообще? Ибишу Писсима. Похоже на какой-то Nissan. Ладно, полетели на нем. Ну, раз судьба уготовала... Уготована ему такая. Полетели. Я не могу вообще. Ну как в центр-то попасть? У меня не получается. Не получается в центр попасть. Сейчас клинанет движок. Или уже клинануло. Вот, только что клинануло. Скорость, надеюсь, не сильно потеряли. Потеряли сильно. Ну, на нейтралке есть шансы. О, в крайнюю попали. Блять, это так смешно, как они в лепешку превращаются. Это просто что-то невероятное. Так, все, окей. Теперь с нейтралкой. С нейтралочкой. А в какой точке? Где-то в конце клинануло. Ага. Смотрю на спидак. Пора, только клинанет. Все, нейтралка. 215, 220. Ну, чуть с большей скоростью вылетели. Так. В семерку. Но не в центр, ни хрена. Рыб покормили и хватит. Ты прикинь, сколько металлолома потом в озере будет. Сколько будет металлолома в этом озере? Можно будет приехать. Так, не понял, я же тыкнул новую машину. Почему это же появилось, что ли? Это что за рандом такой? Прикинь, тыкаешь рандом, и тебе точно такую же тачку делают. Во, да блять, было уже. Рандом, ты какой-то ни хрена не рандом. Там транспорта целая орава. А ты мне вон... Вот, подожди. Так она же тоже была. Я на этом не смогу поехать, рандом. Нет, блядь, при всем желании. Сколько я тестировал вот эту кнопку рандома. Ладно, блядь. Это не машина! Охуё себе. Я не так планировал. Ладно, давай еще разок. Что происходит? Во, все нормально. Ну, какой-то транспорт, смотри. Какой-то транспорт. Я не знаю, что это. Это какой-то универсал. Универсал какой-то, погнали. Какой-то универсал. Ну, надо попасть в еблуньку. В еблуньку надо попасть. Давай, в еблуньку. Ну, 200, да, 200, выход. Слушай, а хорошо. Давай, в центр. Сука, блядь. Опять в озеро, ну, конечно. Просто, блядь, лепешка. Хорошо, с нейтралкой пробуем. С нейтралочкой. Может быть, скорость на выходе будет чуть больше. Нам прям капелюху не хватило, ты видел? Прям совсем немного. Так, где ее тыкнуть, нейтралку, чтобы...
Не клинануло, давай здесь. Да, вон, все, нейтралка включилась. Скорость 230. Да, на выходе больше. Да нет, вон, здесь снижается. Ну, смотрим. Да ну, прям рядом было, прям миллиметр. Вот, сука. Окей, 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 окей. Все конечно, мне хочется еще раз попробовать на этом транспорте. Но на каждый транспорт вот по две попытки. Тогда не будем себе изменять, правила нарушать. Хочется очень. Я бы, я думаю, на том транспорте бы смог попасть. Ну, давай на этом теперь едем. Это что-то из мафии. Это что-то из мафии. Ну, блин, ну это стиль. Это стиль. Или из тачек. По-моему, в тачках был какой-то такой парень. В тачках был какой-то такой парень. Отъебнул движок. Отъебнул. Ага. Блять, а летит-то неплохо. И опять показалось. Ну хотя бы до мишени долетели. Хотя бы до мишени долетели. Добавили металла в озеро. Ну просто знаешь, в воде же тоже должен быть металл. Типа же когда железа в организме не хватает, обогащенная вода металлом. Я, собственно, обогащаю металлом озеро. Потом, когда здесь будут добывать питьевую воду, а здесь уже металла до хера, я делаю полезное дело. Так, все, с нейтралкой полетели. Так, пока на передаче. Пока на дэшке. Думаю, пора. Думаю, пора. Мне жалко, жалко старика. Жалко старика, я ему нейтралку побыстрее включу. Побыстрее старику включил, включил нейтралку. Скорость маленькая. Он тяжелый, наверное, тяжелый. Вот машины делали, да? Ну, хотя, с другой стороны, он тяжелый, может, и как... Не, это так не работает. Чуть-чуть лучше результат. Следующую зацепили, но не супер лучше. Еще металла добавили. Все, следующую. Я пока не попаду в центр, я не успокоюсь. Не успокоюсь. Субик. А что не так? Ага, все, едем. Едем на передаче. Свет включили. Ага, красиво. Блять, какой красивый, а. Это же лисичка. По-моему, этот кузов называется лисичка у субароводов. Если я ничего не путаю. Субароводы, пишите в комментариях, это же лисичка. Я ничего не путаю. Есть конъюнктивит, есть лисичка. И что-то еще есть, не помню. Напишите в комментах, какую я забыл. Там их три вроде бы. Я прям слышу, как четвертый цилиндр стучит уже. Вот сейчас точно стучит. Блять, хорошо идем. Ну это 8. 8 баллов из 10. Оценки так себе. Теперь с нейтралкой. Да отстань ты нахрен, я не знаю, что такое. Я ничего не нажимал, чтобы ты вылазила. Лети, лети, лети. А, на передачу забыл поставить, прикинь. Она как-то на нейтралке смогла тронуться. Так, нейтралка. Не клинануло тебе пока? Вроде нет. 220. На выходе сколько будет? Мало. Давай, 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 давай! Нет, результат такой же. Чуть-чуть получше, да. Фигня. Фигня. Ну давай уже, падай. Как больно. Ты представь, как это больно. Давай следующую. Я хочу что-нибудь прямо мощное. Прям мощное. Наверное, это мощное. Наверное, это мощное. Все, едем. Тихо, тихо, тихо. Ты что такой дерганый? Резкий, дерзкий. Огнище. И спердище. Когда клинанет тебя? Слушай. Вот, клинануло. Просто звук пау, отхлебнуло. Скорость начинает терять, когда клинит. И он легкий, очень легкий. Он не долетит. Да, да, это прямо он в озеро, его магнитит. Магнитит в озеро. Хорошо, погнали на нейтралку. Тихо ты, дергал. Дури много, а толку-то? В яблоко ты не долетаешь, блядь. Есть. Где тебя прижимает вот эта подвеска? Ну это фигня.
Это фигня, такой транспорт здесь не подходит. Не подходит такой транспорт здесь. Для такой задачи абсолютно не годится. Абсолютно не годится. Нам нужно что-то быстрое, что-то тяжелое одновременно. Что-то быстрое и тяжелое. Вот ты быстрый, ты тяжелый, неизвестно. Я на тебе не ездил. Не знаю, кто ты такой, но поехали. Твоя судьба — кормить рыб, я тебе точно говорю. Быть расплющенным и кормить рыб. Интересно, рыбы едят что-нибудь из машины? Ну, типа, там вообще что-то в машине есть съедобное для рыб? Ну, пизда тебе. Ага, клинанул. Е-ху! Плохие оценки. Плохие оценки. Вас немного приплющило, господин автомобиль. Попытка номер два на нейтралке. Я должен попасть в этот ебучий центр. Нейтралка. Нейтралка! Ну давай, ну давай, давай, давай. Ну давай! 190, кстати, неплохо. Да, да, он тяжелый. Ну давай... Бля, чуть-чуть, ты видел? Чуть-чуть опять не хватило. Да, вот на тяжелых машинах получается. На тяжелых получается. Все, полетели домой. Следующий транспорт. Следующий транспорт. Транспорт. Следующий транспорт. Ебать, красотка. Ты откуда такая взялась? Одна здесь? Беленькая. Охереть. Ну, реально, да? Очень красиво. Пока это, наверное, да не. Супра была еще ничего. А вот когда ее клинанет? Посмотрим сейчас надежность немецких двигателей. Подожди, ее что, не клинануло? В смысле? А как это? Она перелетает, мишень! А как? Она застряла на мишени. Что? Что? Ебать. Ладно, на нейтралке пробуем. Подожди, так на ней притормаживать, наверное, надо. На ней притормаживать надо, чтобы в центр попасть. Сейчас я попробую. Сейчас я попробую. Сейчас попробуем, сейчас попробуем. Так. Ну давай, 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 давай. Притормаживаю. Где-нибудь на 200, мне кажется, на выходе должно быть. Ну-ка. Давай в центр. Да? Нет? Блять, чуть-чуть надо было... Подожди, тогда 190 нужна была скорость, да, чтобы попасть? Это грустно. Руль красивый. Может, на разборке потом продавать будут? Окей, давай какую-нибудь малышку другую. Блин, ну BMW жалко, жалко, жалко. Жалко терять. Че следующее? Че следующее? Давайте что-нибудь помощнее. Что-то грузит, прикинь. Это, наверное, из модов что-то, если так долго грузит. А если что-то из модов, это что-то интересное. Да. Я так и знал. Я так и знал. Это действительно интересно. Это действительно из модов. Полетели. Еще один суп. Еще один суп. Блин, мне так нравится физика автомобилей в Бимке. Просто летит, любуешься. Вообще. 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 Она как BMW перелетает, мишень. Поглядим. Погляди-ка. Считай в яблочко. Просто нужно немного правее было. Погоди. Сейчас все сделаем. Получается, сюда отъезжаю. И будет яблочко. Эх, яблочко. Ладно, я не буду показывать свой возраст. Я просто песню знаю. Я песню знаю про яблочко. Вот правее, 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 правее. Вот так, мне кажется. Так. Отъебнул ГРМ, хорошо. Давай, 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 давай! Блять!
Какой я счастливый. Какой я счастливый. Какой я счастливый. Но на этом же я не остановлюсь. Не остановлюсь. Нет, это было. Я еще хочу теперь. Еще хочу. Если цель достигнута, это не значит, что все. Хочется повторить. Повторить успех. Полетели еще разок. Еще разок. Я теперь на опыте. Я на опыте теперь. Что за бричка там? А что похоже? Вообще не знаю. На Тойоту... На Тойоту какую-нибудь. Старую. Годов-то 91-х. Нет, стой, отстой. На такой машине никак не получится. Никак. Даже на нейтралке не получится. Это бесполезно. Поэтому, в принципе, сразу рандом тыкаем. На маломощных, на легких автомобилях мы до мишени даже не долетим. Даже не долетим. Бэш, ой! Я знаю что? Я воспользуюсь. Я воспользуюсь ситуацией. Потому что я... Мне было жалко тебя терять, но ты попалась снова. Поэтому давай-ка мы с тобой в центр попадем. Спасибо центру за это. Мы... Так, подожди. Мишень мы перелетали. Сейчас отъебнет ГРМ. Немного притормаживаем. Вот так. Немного. Вот так. Ну давай! Надо было больше притормозить. Больше надо было притормозить. Как жалко БМВ. Как же ее жаль. Как же ее жалко! При... Побольше притормозить и чуть правее. Правильно я запомнил? То есть вот сюда. Ну погнали! Даже газ отпущу. Надо контролировать скорость на выходе с трамплина. Должно быть где-то около 210, и по моим ощущениям. 190 было на выходе. И много все равно, прикинь. Нет, нормально было. Ну, прям буквально капелюху. Замотало. Замотало в штопор. Окей. Пока, БМВ. Две попытки. Две попытки было. Ты кто? Додж. Очень похоже на Додж. Додж Зубила такой был. Кузов, по-моему, в простонародье его звали Зубила. Очень похоже на Доджик. Ну давай, давай, не подведи. Ты тяжел, да, мощей у тебя мало, но ты тяжеленький. И возможно, все получится. Я надеюсь на тебя, по крайней мере. Да, ГРМ, до свидания. Скорость не теряй на массе, на выходе. Сука, сильно прям потерял. А почему-то летит, как будто... Не, не, показалось. Показалось мне. Возможно, на нейтралке будет лучше. Давай вторую попытку. Я не знаю, мне кажется, что он справится. Мне почему-то кажется, что он справится. Все, нейтралку сразу. Я верю в него. Я в него... Вы, возможно, не верите. Я верю. Я хочу еще раз попасть с каким-нибудь транспортом в Яблоко. В Яблоко! Чисто вообще газ не жал. Не жал. Да. Блять, как его разъебало. Окей, окей, окей. Пока. Пока. Да, это тоже. Ой, это кто? Ты кто такой? Давай познакомимся с тобой. Слушай. Какая резвая. Блин, жопа красивая. Фары какие-то ламповские. И ГРМ не отъебнул. Так я перелечу, да, я сейчас перелечу. Подождите. Ну не так просто, блин. Мне аж больно смотреть, знаешь, как. Как будто когда кровь берут, аж смотреть не можешь. Знаешь такую херню? Вот мне просто красивую машину в лепешку, я прям вот так ножом по сердцу.
Фух, нейтралку включил, на выходе буду притормаживать. Надо попасть в центр. Центр надо попасть. А что в него попадает с другой стороны? Сел на автобус, да доехал, да? Если на окраине живешь, в центр надо попасть, если. Там сразу торможу. Вот так, мне кажется. Вот так. Давай, 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 давай. Теперь недолет, да? Слишком много... Блять! Это, а движок работает еще? Движок работает! Надежная машина какая. Я еще хочу. Еще хочу. Ну... УАЗик. Ну, УАЗик, ну ты-то куда? УАЗик! Ну куда ты? Почему заблокировались? В смысле? Я ж перед... Почему заблокировались? УАЗик, ты вообще не справляешься, да? Так, давай сразу наверх. Стой! Стой! Да куда ты полетел-то, УАЗик? Тебе какая мишень? Ты туда не долетишь никогда? Никогда не долетишь! Давай нейтралку. Ага. Ну он же легонький, да. Он же из говна и палок сделан, он легкий. У него масса хуйня. Ну да, 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 прям чувствовалось. Чувствовалось, что масса вообще очень маленькая. Очень маленькая. Просто обводу, кабину, блядь, срезала. Окей. Да все, куда они? Куда ты? Тихо ты! Я рандом нажать не успел, он просто пол... Ну это тоже фигня, наверное. Ладно, поехали. Ладно, поехали. Че, кочевряжиться тут буду? Не буду. Поехали. Надо еще раз попасть в Яблоко. Пока видео не кончилось, надо еще раз попасть. Вот это все 90-е годы, они все такие квадратные были, одинаковые. Отъебнул ВРМ. Нет, да, нет, да. Не, блядь! Еще есть вторая попытка. Вторая попытка есть. Которая на нейтралке. Блин, я не ожидал от него такой. Я где? Я вправо ушел, наоборот. То есть мне надо так отцентроваться и прямо сделать машину. Я думаю, вот так правильно. Да, вот так хорошо. А... Все, не трогаю. Не трогаю! Пускай все решит судьба. Опять правее. А какого хрена? Почему правее? А ведь хорошо было! Но я бы попал! Нет, это был... А, кстати, это мы знакомы с тобой. А что, не прыгаю? А, блядь, я два раза тыкнул. Я случайно два раза тыкнул. Но зато смотри, какая красавица. Смотри, какая красавица нас навестила. Ну, казалось бы, А6. А красивый. Красивый кузов-то. Даже в нынешних реалиях. Мне кажется, что он реально красивый. Ты чё? Почему тебя виляет? В центр. В центр. Ауди, не подведи меня. Два раза. Я попал. Слушай, я думал, если честно, у меня нихера не получится. Но у меня получилось два раза. Больше уже не хватит времени. Было бы прикольно сделать 3 из 3. Но 2 из 3, ну, я-то всегда хочется же 3 раза, да, сделать. А, поэтому на сегодня давайте прощаться. Серия, по-моему, получилась достаточно интересная. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. У меня есть Дискорд, у меня есть Телеграм, у меня есть ВКонтакте, у меня есть Твич. Куда-нибудь переходите обязательно. А на этом пока. До следующей серии.